Ну что, всем привет. Мы сегодня втроем на Шенскис приехали, даже четвером, даже еще вон там Лаки с нами. А, далеко. Да. Он в самом удачном ракурсе. Взяли еще с собой собаку прогуляться, мама, Наташа и я. Сегодня мы купаемся здесь втроем. Чудесная погода на Шенскисе. Пойдем купаться? Хорошо видно. Ага. Всем привет, пойдем купаться. Черный стиль. Попискивает, бегает. Хорошо. А смотри, тапочки, там сам пахнет. Да. Привет. Мы искупались. И опять убегает от меня. Опять убегает, да. Ой, хорошо, ждем теплую волну. О, классно. 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 Даже в воду и все равно там же. Все хорошо, да? Ну так, как бы, мне еще холодно пришло. Пойти вот эта горячая волна. И думаю, решили, что Бог любит троицу. Думаю, что можно еще разочек попробовать зайти. Ну что, иди догоняй. Лаки, иди догоняй. Третий раз. Третья пауза, да. Облизывает меня. Пойдем посмотрим. Мы прям сегодня героини. Если учесть, что вода здесь холоднее, чем в море. Там уже одного раза маловато, согласись. Хочется три раза. Кому там что маловато? Одного раза маловато. Смотрите, какие у меня носочки. Телефон офигел от выпендрёжа. У нас новый облик. На конюшне в таких ходим, да. Очень удобно и тепло. И куда? Лаки. Лаки. Лаки заценил, да? Ага. Заценил и прям рвется. Выпендрежница.
Такое ощущение, как будто лето. Да, вообще, слушай, так тепло, как мне. Вот сейчас мне очень тепло. Мама, тебе тепло? Очень даже. Лаки, тебе тепло? Лаки, тебе тепло? Да. Да. Вот такой вот дом. Да. Ты тоже очень красивая. Очень. Да. Модница.